На площади Достык состоялся праздничный концерт к Международному женскому дню 8 марта. Подробнее в следующем материале. Организаторы в ходе вечера хотели подчеркнуть особую роль женщин в обществе, значение семьи и активную деятельность слабого пола во всех сферах. В ходе концерта звучали зажигательные песни, прославляющие женщину как мать. Кроме того, в честь дам были проведены розыгрыши. Победителям были вручены ценные подарки от организаторов. Аплодисменты, друзья. Молодец! Концертная программа состоялась и в Шуйском районе. На торжественное мероприятие руководство района пригласили многодетных матерей. Они были награждены медалями «Алтын Алха» и «Кумыс Алха». Также в Доме культуры глава района вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Мероприятие завершилось концертной программой. Желаю успехов в работе. Пусть численность нашего народа растет. Всем здоровья. Элеонора Бухонова, Санатар Албек, 77 News.